Всем привет, с вами Красотон, и мы продолжаем проходить игру New Super Mario Bros. U. Итак, насколько я помню, где-то там я не допрошел уровень 1 и целый мир. Этим-то мы сейчас и займемся. Да-да, я просто струсил и не хочу идти в Дом Призраков. Йоу! Вон он, тот уровень. Так, желудь в подарок. Подождем, теперь можно идти быстрее, 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 быстрее. Yes, все. Леденцовые ледники 4, лифты-качели в горах. После этого уровня мы с вами пойдем в другую локацию, которую я еще не прошел. Let's go. Так, управление вспоминаем, потому что играл-то я уже где-то неделю назад. Можно? О, можно. Вау! Черт! Подожди-ка. Здесь нужно быть очень-очень осторожным. Белка, ну что ты творишь, а? Интересно, а вниз можно спуститься? Да нет, вряд ли. Попробую. Yes. А, это те самые качели. Мои любимые. Еще с самого первого Марио. Йо, смог. Правда, вот эти вот пушки, они не самые мои любимые. Я их фактически ненавидел. Упс, с детства. Нет! Вот его я не заметил. Так, чекпоинта не было. Ладно, у нас есть желудь. И 16 жизней. Так, Б. Беру. Считайте, у нас есть 3 хала. Можно идти дальше. Как сказал Марио. Блин, it's a go, мать ва... Да за что? Сразу 2 хала потерять. О боже, нет. Считайте 3 хала. Уйди. Я из-за вас летать не могу уже. Ладно. Справимся. Нервов у меня предостаточно пока что. Ведь мы только начали играть. Предметы. Беру сразу, чтобы по-быстрому пройти. Надеюсь, у нас получится. Хорошо, все, бегом. Бегом! Лишь бы не упасть ни в чего. Я не взял гриб, потому что я же сказал бегом. Бегом! Нет! О, меня белка спасла, какое удивление у меня. Тихо. Страшно-то как. Я ж проиграю сейчас. А нет, вот он как раз чекпоинт. Радость-то какая. Вау. Давно я не встречал. Эти прыгалки... Ой. Так, что он там говорил? Так, Y. ZR это где? Ясно. Не понял. А, стоп. Вот. Да, я понял, в чем суть. Yes, в чем сок. Теперь, надеюсь, будет гораздо легче. Легче, блин. Да, легче. У меня ведь ничего больше не осталось, я теперь буду только мелким ходить. Let's go. Не зря я тогда пропустил эту миссию. О, там должно быть что-то вкусное. Да? Нет. Стоп, а как это? Как тогда туда забраться? Без понятия.
Ура, грибочек! Let's go, Марио! Блин. Интересно, а вот эти можно убить его? Нет? Да, можно. Нет, нельзя. Из-за тебя я прошляпил взрослого Марио. Из-за тебя, да. О, тут должно быть? Да. Да, в облачках должно быть что-то. Да, чертова... Ты... Все, я справился. Шикарно. Йоу. Как ж я не люблю эти... Вот эти вот... Yes, смог, смог, я справился. А, давай. Да ну нафиг. Привет. Вот это да, вот это да. Чёртова хренотень. Вау. Прыгать придется долго. Вот так вот. Нет, я никогда такой пушки огромной не видел. Но зато уже конец уровень. Йоху. Здесь нужен был летяга, чтобы жизнь получить. Да, и без Луиджи. Теперь, раз мы прошли с вами эту локацию да, полностью. Полностью прошли локацию. Теперь можно идти в другой мир. Мир находится вон там, вон. О, можно тебя взять? Чё, давай, пошли. Там моря вроде бы. Да. Острова какие-то. Мятное море. Ой, опять призрак. Куда все это нас приведет? Сейчас я включу карту. Да он приведет нас туда же. Ага. Или нет? Да, он вроде бы приведет нас в эту же локацию. Итак, Мятное море 1. Берег водяных гейзеров. Блин, вот это название-то, а? Все, у нас взрослый Марио. Ой, это же... Неужели здесь придется еще плавать? Или только по гейзерам прыгать? Вау, что он творит? И что? Не-не-не, я не понимаю. Ладно. Он съел? А, то есть все динозавры едят, да, вот это вот? Все, что попадется им на пути. Он помещает монстров... Вот, в пузыри они превращаются в монетки. Пока что эта локация кажется довольно-таки легкой. Я думаю, если мы упадем, то и не умрем. Я имею в виду в воду. Пойдем и не умрем. Там поплаваем чуть-чуть. И как-нибудь вскарабкаемся. Да-да-да-да. Вот-вот-вот-вот-вот-вот, да. О. Прямо с расстояния большого можно их бомбить. Ладно, подождем следующего гейзера. А то он, видите ли, слишком долго появляется. Yes! Еще один цветок. Пока. А что это за... Что это такое? Ай, фиг с вами. Фиг с вами со всеми непонятными фигнями, которые тут творятся в этой игре. Ой, ой, ой. А, он сможет его съесть, я вспомнил. Да, съел. Сожри камень, каменюгу. Иди. Вот это, блин, я, наверное, зря взял его. Да-да-да, все. Йоу, давай жизнь. Хорошо, нам нужно беречь жизни.
потому что в том уровне я уже помер столько раз. Бесконечные? Ага, фиг тебе. Ой, ой, блин, блин, блинский. Блин, куда? Нет. Ах ты дрянь. Как я тебе... Из-за него, вот из-за него я потерял динозаврика. Печаль, беда. Он мне так сильно помогал. От этих крабов. Ой, по ним можно прыгать, оказывается. Шикарно. Под пау-пау-пау-пау-пау. Кидай уже, чё ты. Чёрт, дальше монетку пропустил. Бегу, Марио. Нет. Давайте подождем гейзер. Вот-вот. Да. Yes! Еще одна жизнь. Две жизни за этот уровень. Жалко, я дракончика до конца не донес. Совсем чуть-чуть оставалось. Эх. Итак. 18 жизней. И следующая локация. Ой, локация. Следующий уровень данной локации — дайвинг в тропиках. Не нравится мне слово дайвинг в этой игре. Кажется, нам придется под водой. Зачем мне белка, летающая под водой, а? Ладно. Даже труба ведет под воду. О, нет. Здесь, наверное, замораживающий подошел бы. Вот, а нет, это огненный. Ну и огненный тоже подойдет. Стоп, а как стрелять? Я забыл, как стрелять. Блин, блин. Вспомнил, вспомнил, да, вот так. Огненные козявки. Ненавижу, ненавижу вас всех. Ну, нет, так почему он все время идет по направлению, куда иду я, а? Так всегда было в каждой игре. Бегом от него, он меня достал уже. О, это шевелится. Может, можно войти? Нет, нельзя. Сверху лучше. Я не куплюсь на эти бесплатные монетки, нет. Быстрей, 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 быстрей. Все, хватит, хватит, хватит меня. Я знал, что не надо идти в этот мир. Нет, это не конец, я уже обрадовался. Ну, зато до чекпоинта не умерев добрался. Вау, сколько монеток. Нужно обязательно все собрать, тогда я получу жизнь. О да, о да, о да. Нет, не успел. Они исчезают. Чуть не прикоснулся к ней. Вот это да, вот это большущее. Да чему я удивляюсь? После того, как я увидел эту огромную пушку, удивляться больше нечему. Быстрее, быстрее, быстрее. Нет, не успею. Не успею, не успею, не успею, не успею, 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 успею. О, да. Ждем, ждем. Ждем, сказал Марио. Не надо туда плыть. Ждем. Ждем, ждем, ждем. Здесь на них прыгнуть нельзя. Я сразу говорю. А то найдутся умники, которые напишут всякую фигню. Ай-яй-яй. Все, все, все. Все, 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 все. Нет, чуть не прикоснулся к ее иголкам. Это морской еж, наверное. О да, о да, о да. Yes! Пока. Все, теперь. Теперь вам меня не победить. Я смогу добраться. Я смогу, смогу. Черт, 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 черт. Да, yes, наконец-то я убил хотя бы одну медузу. Я не умер ни разу в этой миссии. В подводной миссии обычно для меня это самая большая проблема. Была эти подводные миссии. Так, здесь разбежаться нужно. Юху, и все равно нужен летяга.
Без него никак. Oh yeah, Mario time. Ух. Надеюсь, следующая миссия у нас будет не в водных. Ну, сразу видно, что там замок мелкий. Плюс наши старые знакомые черепахи. Опять. Не хочу я. Ну что ж, попробуем. Вдруг однажды мне повезет. Да, yes, черт. Уху, нет. Блин. Все, я теперь точно не получу ни одну жизнь. Yes. А, нет! Блин! Черт! Ну ладно, ладно. Ну. Одна жизнь! Yes! Хотя бы одну. Вообще, по сути, в этой бонусетке можно получить кучу жизней. Если быть очень проворным. Но я не такой. Мятное море, замок, мелкий замок, башни столбов с шипами. Попробуем. Сколько интересно... Вот это да! Вот это да, что творится тут? Опять водное. Этого следовало ожидать. А зачем мне? Зачем я замораживающе спрашиваю я вас? Может действительно пригодится? Ну... Блин, пригодилось! Да, пригодился. Очень сильно пригодилось. Опять пригодился. Ну, отвлекся я. Ну, чё ж вы тут делаете-то все со мною? Не тут. И вот... Стоп, а не сюда. А, нет, сюда. Черт. Успел. Я успел. Даже не верится, что я успел. Иди сюда. Здесь нужно быть предельно осторожным. Надеюсь, пока я стою, он меня не ударит. Нет, не ударил. Упс. А! Норм. Все нормально пока что. Пока что все нормально. Нет! Чиполлино! Почему-то Чиполлино сразу вспомнил. О, надеюсь, это конец. Нет, это всего лишь чекпоинт. А там что такое? Я должен найти грибок. Или цветочек. Просто обязан. Оу. Хорошо. Теперь надо побыстрее. Итак. Быть там вверху нету никого? А нет, есть. Нет! Ух ты, блин! Чёртова хрень! О, ноу. Ладно. Ну, блин, я мелкий Марио дошел. Да у меня же сейчас огромный шанс помереть. Ну, не будем беспокоиться насчет этого. Пока что не будем. Будем беспокоиться тогда, когда мы помрем. Да. Что, на этот раз сделаешь из него русалку? А, нет, никакой русалки. И что? Что? О, и еще один удар, и по мне тоже один удар. Yes! Я смог это сделать. П-
По сути, у меня уже больше 1 миллиона очков. Офигеть. Дальше идут призраки. О нет. О нет. О нет. Да, сохраняемся. Сохранение завершено. Шикарно. Что самое удивительное, я не потерял ни одной жизни в течение 2 уровней. Ну блин, у меня нету предметов. Ладно. Приступаем. Затонувший корабль с привидениями. Ну это так видно.